Вот уже 40 лет здесь осваивают на местности школьники и студенты, а горожане и гости республики приходят сюда, чтобы увидеть раритетные экспонаты. Юбилей отметил музей службы 01. Именно так называют в народе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Чувашии. От железных касок конца 19 века до автомобилей брандмейстеров, который сошел с конвейера 60 лет назад. В залах музея собраны уникальные экспонаты. Его специалисты буквально реанимируют старую технику. Недавно удалось отремонтировать и пожарную машину. Теперь она снова на ходу. Медучая победа. Личные работы более полумиллиона человек. Причем часто сюда заходят и гости из других стран. Количество растет ежедневно посещающих, и можно делать выводы только по старым, по прошедшим годам, а сегодня пока еще не посчитали, но я думаю, что будут уже какие-то определенные рекорды, и это очень хорошо. Очень много школьников, очень много учащихся молодежи, студентов посещает эту выставку. На торжественном собрании слова благодарности звучали в адрес тех, кто принимал участие в развитии пожарной выставки. Такой может похвастать далеко не каждый регион. Причем совершенствовать центр пропаганды планируют и дальше. Совсем недавно музей одержал победу в конкурсе, который ежегодно проводит МЧС России. Посвящаем тем, кто создавал наш музей. Мы лучшие в стране, гордитесь. Теперь, говорят работники, необходимо открывать отдельный стенд для грамот и кубков. Награды в этот день вручали и журналистам. Редактор национального радио Чувашии Родион Архипов и корреспондент национального телевидения Чувашии Дмитрий Ковалев были удостоены памятной медали маршал Василий Чуков. Отметили на торжественном мероприятии и заслуги добровольцев. Ряды этого движения пополнили студенты. Им вручили удостоверение.